Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон Ольга Болезина. Здравствуйте. Власти решили продлить налоговые каникулы на 3 месяца и только для малого и среднего предпринимательства, причем из некоторых пострадавших отраслей. Решение принял премьер Михаил Мишустин. Поддержать решили сферу культуры, туризма, гостиницы, спорта и общепита, также выставочную деятельность. Предпринимателям дали отсрочку до конца года. Ранее каникулы были введены на 6 месяцев. Напомню, что в Кировской области введены ограничения для общепита. Запрещено работать с 23 до 6 часов. Предприниматели заявляют о падении выручки и просят дать возможность работать в обычном режиме. И просят помочь еще и деньгами на дезинфицирующие средства. Программа «Экономика». Долги по НДФЛ выросли на 60%, об этом заявляют в контрольно-счетной палате Кировской области, где изучили исполнение бюджета за 9 месяцев. Самая большая недоимка по налогам – 200 миллионов рублей по налогу на доходы физических лиц. Это пятая часть всей задолженности, которая превышает миллиард. При этом финансисты кировского правительства не строят негативных прогнозов по поступлению НДФЛ. В бюджете на следующий год запланировано 13 миллиардов и 200 миллионов. Это больше, чем в 2020 году и больше, чем в 2019-м до кризисном. Такие ожидания позволяют чиновникам испытывать не падающий объем фонда оплаты труда. Экономика на 101 FM. ВТПП вручила премию «Бизнес-события октября». Ее получило предприятие «Авитек», которое выполнило заказ на первую партию высокотехнологичного оборудования для внутрибрюшного введения лекарств при онкозаболеваниях. Победителя выбрало жюри премии, которую ВТПП учредило в этом году, чтобы отмечать лучшие позитивные события в бизнесе. Диплом и памятную статуэтку гендиректору «Авитека» Александру Иванову вручил президент ВТПП Андрей Усенко. Узнать, какие бизнес-события произошли за последние месяцы, были отмечены премией, и кто претендует на награду по итогам ноября, можно на сайте проекта business-события.рф. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 77.11, курс евро 90 рублей 81 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.